Хей, hey, с вами Шумаки, мы продолжаем пройти руку под названием Rusty Lake. Так, мы зашли с вами... Ой, Rusty Lake, это белая дверь. Мы зашли с вами в домик, и здесь у нас мужичок. Как и было сказано, нам нужно... Так, запись идет. А, вернуть цвета, как сказать, в наш... воспоминания. Птичка. Запоминаем цвет птички. Красность, светло-синие... и серовато. А это нам немножко пригодится позже. Так, подождите. Сначала все использовать здесь. Мыть туалет. Мыльцом. Превращаем в краски. Как вы видите, здесь количество, сколько нам нужно. Так, нужно зарисовать. Как я и говорил, красная это у нас вот эта часть. Это красная. Синевато здесь. Это синенький цвет. И коричневый вот этот. Готово. Красиво. Так, растение растением, там ничего не измена. Пончик мы съедаем, выпиваем, выпиваем. Навевает воспоминания. Дальше здесь. Тут закрыто, мы ничего сделать не можем. Включаем, да, тест, поехали. Здесь нужно зарисовать все вот эти фрагментики. И при этом не врезавшись и не остаться в тупике. Ага. Так, 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 так. Вот, за вот это как раз я говорю ошибка. А для этого нам надо так хорошенько все сделать, чтобы не было никаких драк. Так, это тут вперед, вниз, вниз, вниз. Ай-яй. Так, все, проблема. Сюда и сюда. Давайте тогда, я не знаю. Давайте с этой стороны тогда начинать. Ого, а я... А, ну да, все правильно. Так, здесь мы делаем вот так вот. Готово. И... Отлично. Дальше по рамке, что у нас там? Ничего. Ничего, спит. Так, коробка. Коробка пустая, и нужна еда, да? Подожди, еда, еда, еда. Красные и зеленые вещи, то есть это мясо, груш... Ладно. Так, красная, 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 это красная, груша зеленая получается. Теперь мы это все съедаем. И готово. Теперь мы можем подойти к окну и завершить, по идее. Возьми. Мое место. Так, сразу пальчики раздвигаем, как и раньше. Готово. И нужно лечь отдыхать. Птица. Я гулял по парку. Женщина сидела на лавке. For a moment, на мгновение I stopped я остановился, to look at her. Чтобы посмотреть на нее. A bird flew Птица away. Улетела. Вот, как раз если бы мы с тем кодом разобрались, у нас был бы еще другая здесь птичка. She was drawing something. Она что-то рисовала. Она положила карандаш. I asked her, я спросил ее. What are you drawing? Что вы рисуете?
She looked down. Она посмотрела вниз. It's a robin. Это малиновка, she said. Сказала она. She moved her hand. Она убрала руку. And closed the book. И закрыла книжку. А дело в том, что если мы бы тогда сделали другое, здесь было бы другое кое-что. Но не скажу, что. I'm sorry. Извините, она улетела. She stared at me. Она посмотрела на меня. No, нет, it's not. Это не так. It's all in your head. Все в твоей голове. She closed her eyes. Она закрыла глаза. И на вот этом вот моменте, так сказать, игра и заканчивается. Да. А я понимаю, что я забыл включить таймер, но, как говорится, не, ладно. Ну все, и на этом, типа, игра... Давайте, ладно. Сейчас сами просто поймете. Здесь идут титрики. Что можно сказать вообще об игре, да, если так смотреть на нее? Игра довольно прикольная. В плане того, что здесь немного трэша, да, как в тех же Rusty Lake, что-то непонятное, что-то из ума выходящего, если так можно выразиться. Так, оставить отзыв, достижение. Ну вот, как вы видите, мы с вами не все открыли, не все звезды. Мы с вами птицу не получили, птицу вторую. А вот эти вот хер знает, честно. Ладно, Сара. Теперь мы играем за девушку, которая смотрит за ним. Так, светлая дверь, Homer, имя S. White, код доступа Free. Free. Бедная монетка. И все, да? Бедное растение. Ну что, тогда я думаю, давайте... Так, коробка. Что в коробке есть? Давайте выберите аккаунт. Сара. А, Вайта, да? А, и как там у нас было написано? Фри. Типа свобода. Дорогая Сара, добыть воспоминания можно, соединив все субстанции, пока пациент спит. Не входите в сны пациента без моего разрешения, менеджер. Женщина. Дорогая Сара, пожалуйста, будьте осторожны с воспоминанием мистера Хилла. Меня особо интересуют его воспоминания о женщине. Не стирайте ее из воспоминаний Хилла, иначе его разум станет бесполезным. С уважением, менеджер. Код доступа. Ага. Т. Пистолет, окно. Т. Пистолет. Окно. Ну, это типа то же самое, только просто перевернутое. Ох, а сейчас начнется жопа. Поехали. Первое. Пончик. Это у нас перевернутое. У меня, по идее, где-то был код. Теперь его, походу, нет. Дальше. Коробка. Там окно, да, было нарисовано. Второе — это окно. Дерево — это Т.
Фотография, это кружочек. Дискотека, это пистолет. Монета, это палочка и кружочек. Птица. Палочка и кружочек, и птица там завитушка. Все. Теперь у нас идет стирание. Как это делается? Первое. Мы просто удаляем ее из воспоминаний. Чисто стираем. Просто мышкой удержим и стерли. Один готово. Фотографии. Здесь мы зарисовываем. Готово. Третье. Здесь нужно, получается, порядок цветов. Красно. Короче, красный, оранжевый, серый. Либо синий-красный. А. Цветастую гамму, короче, нужно делать. Оранжевый, розовый, этот. И последний вот это. Так, здесь нужно склеить. Типа, помните, когда мы получили фотографию разорванную? Вот это как раз те части, которые мы собирали. Теперь нужно их удалить. Так, 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 так. Не могу найти, ладно. Готово. А, бабочки нужно, короче, этими фонарями добить. Отлично. Не помним. Нет. 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 Да. 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 Нет. Да. Нет. 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 Да. Нет. Нет. Отлично. И последнее воспоминание. Здесь нужно, короче, из этих красных квадратиков уничтожить ее, так сказать. Это может так назвать. Нужно подбирать, короче, подходящие фрагментики. Подходящие фрагментики. Готово. Ее нет. I was walking in the park. Я гулял по парку. I saw an empty bench. Я увидел пустую скамейку. For a moment, на мгновение I stopped. Я остановился. A bird flew away. Птица улетела. I kept on walking. И я продолжил гулять. Поздравляем, вы обнаружили секретную концовку, а вы нашли все звезды. Ну, звезды я не все нашел, но насчет этой концовочки. Это то, что мы очистили все-таки разум девушки, которую, типа, либо он убил, либо ее кто-то убил. Я так и не понял, потому что все эпизоды, которые были перед этим, они связаны между собой, этими историями, и все в этом духе. Как мы видим, все восстановилось в красках, и
Мы все сделали. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.